Привет, мои дорогие, как у вас дела? Сегодня у нас красная ботгенская, и также у нас здесь, помните, та вот меловая каша моя, вот рисовая каша, да, скажем так, рисовая моя каша. Но я сегодня вообще без микрофона, вы меня извините, но тот микрофон... Сказали, вообще выкиньте. Ну, он у меня лежит, правда. Но у нас все закрыто. Сегодня вроде как открылись, но телефоны, где продаются микрофоны, не открылись. В общем, после 20-го, наверное, откроется. Схожу, куплю новый микрофон. Боже мой, какое блаженство. Мерабалар таки пчеларам, нас ЛСМС, да? И бюгем бюзда кырмызы кыргыз баткен. Келеблян бу... Muhallebi değil mi? Muhallebi şey tebeşirden. Yani böyle bir şey yiyelim de. Ну что, начнем. Много не буду говорить. Наверное, плохо слышно, да? Уже так переживаю. Ну, буду без микрофона, а что делать? Пока никак нету возможности купить, то есть выйти и купить его. Закрыто. Наверное, сейчас попробуем так, да? My dear. Hello. Вкусно очень. Это что, гузель, delicious.
Вкусно.
Было вкусно. И то, и другое очень. Так вчера тадлары гюзельды. Буна тады бадана сонрасы. Bu yağlı. Çünkü altta yazmıyorum da nasıl. Söylüyorum sadece. Yağlı hem tereyağlı gibi yani. Tadı çok güzel. Başka tat yok. Biraz tatlı gibi geliyor bana. Bununki sadece badana sonrası. Дорогие мои, здесь у нас как после побелки. Я просто не пишу описание, вы, наверное, заметили. Вот. А это, вы знаете, она такая жирная, маслянистая. Вообще очень вкусная. Очень вкусная. Вот, у кого, кто может, приобретите, попробуйте. Чистая, гладкая, без крупинок. Вообще идеальная. Ну и наш. Очень вкусно пахнет. Спасибо, мои дорогие. Спасибо за лайки, за просмотры. Спасибо всем. Может, плохо было слышно, я не знаю, конечно, но после 20-го я выйду, посмотрю, уже, наверное, магазин откроется и возьму новый микрофончик. Тот микрофон был хороший, который у меня там. Ну ладно, возьмем еще один. Пока-пока. Спасибо вам. Teşekkür ederim takipçilerim. Öpüyorum, seviyorum. My dear, hi. Ой, bye. I love you.